Снегирь – обычный подросток. Но однажды... Смерть наступила в 17 часов 45 минут. Надо сообщить родственникам. Дело обстоит так, что мы вынуждены оформить твоего брата в детское учреждение, то есть в детдом. Он берет ответственность на себя. Снегирь, а что ты его спер-то? Статья же. Тебе его лучше в роддом отдать. Ему предстоит сделать выбор. Значит так, если с младенцем что-то случится, вы, соколы мои, пойдете как соучастники преступления. То есть сдашь Снегиря? Найду и сдам. Я тебя прошу, верни ребенка. Это единственный выход. Но с каждым шагом выбор становится труднее. Главное, что ты его любишь. А там Господь поможет. «Снегирь». 15 августа в 20:50. Премьера на русском «Иллюзионе».